Привет всем, вы на канале Days in Tart, и это обзор магазина на 30 июня. Поехали! Так, сейчас у нас 22 секунды старого магазина, и старого магазина самый классный скин считается вспышка. И все мы надеемся, что еще один день она будет держаться. Очень классный скин, всем нравится ее огонек, всем нравятся ее вот эти вот огненные переходы. Ладно. Как обычно по нашей программе, я быстро посмотрю все скины, потом более углубленно то, что мне понравилось из быстрого, а потом арты посмотрим. Поехали. И... Уже нравится. Бля, я эту штуку впервые вижу. А, ну это... это же не очень. Офигеть. А чё так много годного? А я же долго буду обзорить, вы чё? О, блядь, ещё глубокий деп добавили. Ё-моё. И Шаолин. Рассказываю. А, убрали, да? Суки. Ну, обидно будет кое-какому человеку из моих зрителей. Так, что я могу рассказать про этот скин? Он выглядит агрессивно, довольно жесткий, и я думаю, он неплохой такой в коллекцию. И имеет два подобраза. Синий, кстати, классно выглядит. Наверное, за него приятно играть. Время перемен, время возмездия. Входит в набор абсолютное превосходство. Знаете, не самый страшный скин за 2000. Это офигенно выглядит. Ну, знаете, это клёво. Так, идем дальше. Его кирка. Тоже имеет два подобраза, это круто, ребят. Я думаю, это годно, но я себе коллекцию... Бля, я себе в коллекцию хочу его обертки. Бля, оберточки клевенькие, приятненькие такие. А как на вертолетике? Да вертолетик на самом деле рассказывает всю нам правду. Бля, красиво. Короче, считаю, он имеет право быть в коллекции. Что я могу сказать? Доминион, ну, блин, классный морской стиль, типа злоба, это нормальненько. То, что у него такой огненный сзади, тоже круто выглядит. Но это для любителя скин. Если вы играли такую игру, как Devil May Cry, то вам, по-моему, понравится такой скин. Там, по сути, тоже что-то полуангел, полудемон, но здесь вот чистый демон тоже круто выглядит. За 1500 я считаю классно. О, это шикарная вещь. Это просто шикарная вещь. Смотрите, как он годно выглядит. Это просто капец. Мне вот интересно, он огонь пускает? Нет. Не. Ну, вообще скин офигенно. Уху-ху. Они нагреваются? Не, ну, прикольно, но не нагревается, не лайк. Вот этот скин я больше всего хочу. Она классная, милая, интересная, прям и крылья клевые. Она вот классная, честно. Ее хочется иметь в коллекции, да жуть. В эту штуку, за все время, как я обзорил магазины, впервые вижу. Звучит прикольно. И выглядит прикольно. Реально, впервые вижу Инферно, вот этот вот бес. Реально, обзорил 100 раз, и не только сейчас его показали. Ну... Про оберточку скажу, что прикольная, но не знаю, для любителя. Ой, ну все-таки злоба на сегодня. Классный скин. Самый четкий скин на сегодня. По-моему. Чекан. Классный. Блин, меня она достала. Я не знаю, чем вам Красный Рыцарь нравится. Я посмотрел на нее арты, да, она классная. Ну, блять, ну... Я человек-извращенец, и, честно говоря, то, что она полностью в этой кольчуге, мне уже бесит. Так, этот стиль. Мне вот больше ее хотелось узнать. У нее какие-то испытания, есть в этих чувствах что-то пугающее, входит в набор яркая угроза.
Так, у тебя еще предпросмотр стиля есть. Вау. Короче, скин, который вас еще заставит помучиться, чтобы получить еще вторые подобразы на нее. Я считаю, это круто за 1200 получить еще и два подобраза на какую-то классную девку. Ну, я не скажу, что она клевая, прям до жути, до жути. Но, хотя нет, она клевая, ее проработали красиво. Валентина, да? Классная. Так, призрачный топорик. Ну, такое. Глубокий деп, такое. 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 Ну, классное. Вот эта штука клевая. А, так, на сегодняшний день я считаю злоба крутой скин. Его иметь у себя в коллекции — это вообще рай и удовольствие. Так, теперь давайте-ка посмотрим арты. Сейчас я 3 секунды вспомню, как я нахожу эту папку. Нашел. А, так, я остановился на этих картах, где... Хотя сортировку я тут не делал, надеюсь. А, вот. Вот на чем мы остановились вчера. Где-то опять на ролю, пока мне не понравятся скины, и начну тиктоки. Так, интересный. Просто скачал, потому что лучше не было. Сюжетный постер круто выглядит. Не знаю, есть ли такой реколор, но если будет, то это клевый реколор. Опа, а вот и наша злоба. Ня, круто. А нет, это не злоба, это Мара, ё-моё. Да-да-да, это Мара. Чётко. Корсар. Вообще красиво. Опа. Так, на чем мне так остановить? Оу. Люблю я арты вообще смотреть. О, на этом и закончим. Это очень... Мне нравится даже. Так. Ну, это был обзор магазина на 30 июня. Всего хорошего и до скорых встреч. Скоро будет TikTok. Ждите. Скоро сделаем. В конце концов, я собираюсь уйти. Человек приходит на определенное время, а потом уходит. Таков порядок вещей. I'm sick of the hurt and the pain. Sick of the storms and the rain. Sick of the shit and the stains. Motherfucker, fuck fame. Let's play the blame game. Fuck Obama, I ain't even got change. A lot of my niggas only got cocaine. Fly boats, drive planes. It's a crazy world, man. Everybody lame. Not a rapper, some dick for fame. Никакой пока. Не плачьте, кто. I ain't got a lot of shit to say. Caution, pips at play. Honest, fuck today. Fuck your flooded out chain. What's a man to lose his soul and have the world to gain? С вами был Дейзи. Прощайте. Я вас люблю.